На сцене Всеволод Ваганов. Здравствуйте, меня зовут Ваганов Всеволод. Я учусь в 148-й филиал школе в 6 классе. Сегодня я приготовил для вас песню и стих. Давайте со стиха. Иван Бунин. Густой зеленый ельник у дороги. Густой зеленый ельник у дороги, глубокие, пушистые снега. В них шел олень, могучий, тонконогий, к спине откинув тяжкие рога. Вот след его здесь натоптал тропинок, здесь елку гнул, им белым зубом скреб, и много хвойных крестиков остинок осыпалось с макушки на сугроб. Вот снова след, размеренный и редкий, и вдруг прыжок, и далеко в лугу теряется собачий гон, и ветки, обитые рогами на бегу. О, как легко он уходил долиной, как бешено в избытке свежих сил, в стремительности радостной звериной он красоту от смерти уносил. Это по школьной программе или ты сам выбрал? Это и по школьной программе, да. Очень серьезное стихотворение, ты с пониманием его читал, молодец. Мы теперь песню ждем, да? Да. Угу. Виктор Цой, пачка сигарет. Все, начинать. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна, и не вижу ни одной знакомой звезды. Я бродил по всем дорогам и туда, и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, то значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что, взлетая, оставляет в земле лишь тень. А, Всеволод, я понимаю, что с таким серьезным репертуаром о танце мы даже и не говорим. Его не будет. А скажи, пожалуйста, вот... Но действительно все так серьезно, прочувствовано. А какую роль бы ты хотел сыграть в этом театре? Ну, я бы не отказался от любой роли. Да и правильно. Собственно. Я буду любой рад. Но ты понимаешь, что Буратино, он же такой, в общем-то, хулиган, это, а ты у нас серьезный парень с серьезными намерениями. Папу Карло? Ну, я бы, ты говори, не отказался. Молодец. На все согласен. А давай-ка мы попробуем, проверим, насколько ты будешь рад. Вот представь, что да, ты победил. Вот сейчас ворвись сюда и сообщи нам про это, хорошо? Можешь зайти за домик. А за какой? За любой, какой хочешь. И сообщи нам эту новость. Ура, наконец-то, ура! Наконец-то! Хочешь быть артистом? Ну да. Надо прилагать к этому больше усилия, хорошо? Хорошо. Договорились? Да. Члены жюри, что-то хотите сказать еще? Да, чуть-чуть хочется, чтобы ты был более энергичный. А то ты такой, ближе, мне кажется, к Пьеро. Такому, причем задумчивому, при Пьеро. Всеволод, я бы тебе посоветовала выбрать такой, знаешь, на следующий раз более позитивный репертуар, где бы ты мог показать, я уверена, что ты веселый и озорной, только нам сегодня это не показал. Да ведь? Да. Ну вот, давай, старайся. Хорошо. А почему вообще вот эта песня, почему Цой-то вот возник, откуда он? Цой жив. Понятно. Кто тебя научил этой песне? Меня никто не учил, она мне просто нравится. Да, я много песен у Цоя знаю. А скажи, Всеволод, а какие-то песни, хотя бы названия песен детских, ты знаешь? Ну да, но немного. Ну так, Чебурашка примерно, да? Дружочек. Что ты, Всеволод Николаевич? Хорошо, спасибо. Аплодисменты Всеволоду!